Обеспечение не только региональной, но и глобальной безопасности имеет важное значение. А такое мнение не раз высказывали участники завершившегося на днях саммита БРИКСа в Казани. Доцент Национального университета Узбекистана Хайрулла Умаров в интервью нашему телеканалу отметил роль Китая как инициатора мирных переговоров, а также вклад ГНР в развитие стран Юго-Восточной и Центральной Азии и всего региона. Я думаю, каждый человек понимает, что обеспечение не только региональной, но и глобальной безопасности имеет очень важное значение. Процессы глобализации все более активизируются. И вот в этом плане развитие торгово-экономических отношений, развитие транспортных логистических систем, оно имеет важное значение. Следующая инициатива председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» – это тоже имеет важное значение. Здесь, как мы знаем, есть развитие транспортной артерии и есть морской артерии. Сейчас каждого человека волнуют вопросы кризиса Украины. И инициатива, вот как раз выдвинутая со стороны председателя Китайской Народной Республики, она имеет очень важное значение. И здесь, как сказать, как хотелось бы особо отметить, что Китай уже особо выступает как уже инициатор мирных переговоров. Большая часть она делает ставку, уже как сказать, занимает свое место не только в экономической, но и глобальных международных отношениях. И вот, как сказать, обеспечение безопасности и в целом Евразии, а также Ближнем Востоке, вот именно это те регионы, откуда проходят транспортно-логистические системы. Вот с этой точки зрения, опять-таки, хотелось бы особо подчеркнуть, оно имеет важное значение не только для развития стран Юго-Восточной Азии или Центральной Азии, но и мира в целом.